А, их везут на завод. Отлично. Мы тогда забанил Мартина, Рин. За схрабрение. Да не тебе. Ты Ростов, встречаем. Прыгаем. Бля. Если на завод, то надо таким путем, так быстрее будет. Я в теме. Ну, с иглами будет сложно их перестрелять. Мне кажется. Ебать, их там реально дохуя. Пытаемся? Ну если они прокачаны, то чего их бояться? У них там построение такое. Ну, блях. Это будет страшно. Ну построение это сильно будет. Стой меня, подожди. Давай. Никита, ну мы друг другу. Автобус. Тут очень много людей. Ну, очень много это. Давай, 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 выходи. Давай, я за автобус сразу бегу. Я за автобус бегу. Они на нас вообще ничего не обращают внимания. Начинаем стрелять по тем, кто остался здесь. Вот, давай. Вот стоит, на шифте идет. Хорош. Ну, остался один. Давай, с двух сторон, и он бегает. Давай. Вот бегун, это подожал его. Опять напали. У них Аим, ё-моё. Чё? Боже мой, тут столько человек, я буду месяц проверять. Пошли, ещё ушли. Есть оружие? Боже мой, сколько... Нет, только дигл. У меня вообще две, три обоймы. Самый тупой, четыре автомата. Давай, давай, вот и пушат нас. Потому что очередь. Мы перепрыгиваем и извини. Серьезно? Залазь. Сейчас приеду. Погнали. Давай. Возьми этот автобус с собой. Я с другой стороны. Нет. О, не. Вина ушла. Теперь вон 2, 4, 5 человек осталось. Попал. Двое уже принято стоит. Help. Help. Ты в дубинке? Они думали, что на ТСР мараз, поэтому приехали. Ну, тут, блядь, всех на КПП расстреляли. No. Ой, не на КПП, а в самой территории военной. Не, ну ребята сильно играют на самом деле. Мы их почти убили. Одного из них. Найс, предупреждение дали за СК. Выхожу.